В Магнитогорске джип задавил велосипедиста. ДТП произошло, когда мужчина на двухколесном транспорте переезжал дорогу по пешеходному переходу. Момент столкновения попал в объектив видеорегистратора. На кадрах внедорожник едет прямо и как будто бы в упор не видит велосипедиста. Скорее всего, водитель просто не рассчитал время и расстояние. Думал, успеет проехать, но совершил наезд. На улице Василевского водитель на ВАЗе 12-й модели устроил гонку, и вот результат. По словам очевидцев, он так гнал, что не успел затормозить. Видеорегистратор оставляет. А это последствия аварии на улице Доватора. Черный Volkswagen столкнулся с большегрузом. Видимо, водитель грузовика просто не заметил иномарку. Пострадавших нет.